Добрый день. Хочу показать вам свой небольшой огород на балконе, а заодно и то, как я использую пластиковую посуду. Значит, вот это пластиковые бутылочки. Вот таким образом я их использую и как вазончики для зелени. Да? Это бутли пластиковые. Я высаживаю рассаду. Это у меня сеянка. И вот она уже взошла хорошо. И через пару дней мы будем срывать и будем кушать зеленый лук. Вот зелень у меня практически целый круглый год. Вот я выращиваю петрушку, салат и обязательно лук.